Так это сюда ты вломился? Приложив немало усилий. Стоп. Это кора континуума? Лучший способ попасть на корабль корпуса, пока тот не исчез. Ты нашел Карел? Где она? Корабль находится в системе Элидра на орбите планеты Мусора. Контраксий? Космо не удивлен, что гадкому еноту нравятся мусорные планеты. В уборных там можно найти ценную информацию. Вся планета теперь транслирует тот же сигнал, что и скала. Космо не понимает, почему и зачем. Попрошу отойти, Страж Галактик. Ого! Что за величественное колдовство? Да вообще, как будто не видели гигантской руки из другого измерения. Прошу на ладонь. А если проблемы? Как вернуться? По паспорту. Он свяжется с Космо и, если проблемы, вернет Стража Галактик обратно. Я иду. Вы в порядке? А разве похоже? Я постараюсь включить гравитацию. Ну, супер. Значит, так навсегда и зависнем. Ракета, подскажи, что мне искать? Дракс, скажи звездному подхвосту, что для создания искусственной гравитации используют внешние магистрали питания. Зверь говорит найти магистраль питания. Так, я установил аккумулятор, но ничего не происходит. Серьезно? Ладно, скажу ему. Слушай меня, Кополюб, что ты там видишь? Тут синий провод и два разъема, желтый и красный, и зеленая штука. Не трожь зеленую! Вот орать тут на меня не надо! Ладно, ладно. Так, воткни провод в любой из разъемов. Нам ведь нужен только импульс. Прям в любой? Да без разницы, выбери сам. Была не была. Вот черт! Гравитация не восстановлена. Тебя же просили, Квилл. Я сделал все, как... Брат, мне хвост! Что эти вмерзкие коммуны делают с контракцией? Ракета, что это за хрень? Я без понятия! Она что-то выкачивает! Это связано с теми кубами? Я не знаю! Надо глянуть поближе! Питер Квилл, мы уже бывали в этом ангаре. Похоже, они чем-то запасаются. Рот мне хвост! Ну так что это? Они используют этот путь, чтобы зарядить что-то типа аккумулятора. Стандартные галактические порты, регелианские сепараторы. Катод и Гри! Отдельные слова я даже понял. Впервые в жизни такое вижу. У меня все приборы зашкаливают. Но что это за энергия, понять не могу. Страж Галактик, говорит Космо. Улини указывает на то, что Надежда Халы ключ к тому, что происходит в галактике. Что там шумит? Мы сейчас готовим исчерпывающий отчет. Да к хвосту твой отчет. Передай, что его рука нас чуть не угробила. С контраксией все довольно паршиво. Они ее убивают, это как пить дать. Расскажи, Космо, что происходит. У них тут гигантская лучехрень, нацеленная на планету. И она выкачивает энергию. Страж отыскал Центуриона Карел? Пока нет. Страж должен ее найти. Может, она ответит на вопрос. И снова спасибо тебе, ключники. Берегись, Питер Квилл. По опыту скажу, дети из игрушек ловушки делают. Это не Ники, а моя.
Так мы разбираем ее вещи, я бы тогда... Нет, в прямом смысле она принадлежала мне. Квилл, тебе стоит это увидеть. Девчонка тобой бредит. Почему у нее твоя игрушка? Да я просто дал ее Карел, когда мы встречались во время войны. Так, на память. Это ничего не значит. А это значит что-нибудь? Сколько лет ребенку? 12. Ха! Какая радость, Питер Квилл! Ты будешь скверным отцом. Но если ребенок мертв, в этом случае неважно. Погоди, погоди. Ты нас за этим притащил? Конечно. Ребенку 12. Вывод преждевременный. Сроки совпадают, и что? Отцовство это не доказывает. Так, слегка. У Карел тогда была овуляция? Я не знаю. Мы думали, что умрем. Ладно, давайте убедимся, что Карел и Ники целы. Они явно не здесь, так что пойдем искать дальше. Эй, а это не... Корабль, который мы обшарили в карантинной зоне? О. Когда сделана запись? Сигнал усилился. Значит, мы близко. Насколько? Неясно. Слишком много помех. Центурион Карел! Посмотрите! Эй! Что ты здесь? Берегись! А! Она вошла после нас. О, вмять. Та тварь. Как считаешь? Это существо съело нашего монстра. Фу. Да там миллион таких. Туда ведь не зря летать запретили. Нет, это ты, Юлиш. Эта тварь не имеет к нам отношения. Гляньте-ка, стражи галактики. Вы поняли нас неверно. Да что уж тут непонятного. Жертвовать иногда приходится ради... А кто его знает? Грут, подсечку давай. Объединитель. Рейкер. Верно? Без дураков, нам льстит, что мы у вас на слуху. Правда, ребят? И так круто, что вы не пришили нас сразу, да еще при помощи ваших горилл. Они было собирались порвать нас, но появились вы. В общем, за это мы вам благодарны. Но просим вас ответить на парочку вопросов, скажем... Где сейчас Центурион Корел и ее дочь? Матриарх желает... Ее вам открыть. О, а вот это совсем не круто. Да, есть круто. В смысле он не отвечает? Идем. Матриарх ждет. С паспортом. Ничего, псина не отвечает. Вот засада. Эй, хорошо, что эти ухвостища нас не разоружили. Показывают, что не боятся. Проверенная тактика. Кататианские воины часто идут в бой, в чем мать родила. Стриптиза не нужно. Слушай, это могло бы отвлечь их внимание. Да, не то. Есть другие идеи. С пазом сможешь? Даже с пеной. И с судорогами. Да, могу изобразить. Ладно,
как мои кноты в припадке на пол вались. Они тобой будут заниматься, а мы в один из коридоров дернем. А мне как быть? Ты, в общем, это, ты проявишь героизм. Я не собираюсь. Прошу за мной. Ну же, Квилл, вались, изобрази подучую. Давай другой план. Так матриарх прям нас хотела видеть? Именно тебя. Не понимаю, почему. Питер вообще полон сюрпризов. Хотя, если речь о том, кто первый на промывание мозгов... Вот что вы думаете? Что мы промываем мозги? Мы столкнулись с вашими обращенными. Назвать их фанатиками – ничего не сказать. Они приняли обещание матриарха. Да, это меняет личность. Но они пошли на это добровольно. Квилл, тот дрон – это наш шанс. Что? Как? О чем это вы шепчетесь? Ну? Я не Скрудж. Спрашивает, в курсе ли ты, что ты злодей? Да просто обсуждаем, до чего огромный у тебя корабль. Величественно, верно? Вера в матриарха вернула ему довоенный облик. Как вернет нам и всех, кого мы ранее потеряли. Матерей. Любимых. Детей. Обещание вернет умерших? Конечно, нет. Они не могут вернуть умерших. Не мы, но матриарх. Священный сосуд. Что за... Ну, смелее. Если бы я хотел вас убить... Ух ты! Обалдеть, это... вот это крутяк. В чем фокус, объясните? Колдовство. Меня не удивляет, что некоторые думают так. Но я применил науку. Это наука вера. Вера – наука? Вздор. У веры энергия есть. Этот бот. Мои инквизиторы. И даже сама Сакралия. Все питается одной и той же чудесной энергией. Энергией, открытой мной. Я хакну дрон, отвлеки его. Что, сейчас? Что? В чем дело? Скажите, это... это ваше открытие дало вам возможность энергией пользоваться? Энергией веры. Да. Просто, мне кажется, энергия, как ее... Одну секунду. У вас там... Слушайте, мне дико неловко, но у вас... у вас что-то на лице. На чем? Ну, что-то вроде золотой... фольги. Ну, в общем, у вас на лице. Меня обезобразило взрывом. И не только в этой трагедии я виню его. Ну, продолжайте же. Стойте. Вас было больше. Что? Нет, не было. Сей факт мы бы из виду не упустили. Конечно. Прошу, дальше. Так увлекательно слушать про... Вы говорили что-то про него. И видно что-то очень важное. Да, да. А ваш папа? Дядя? Сын? Мой сын умер от болезни. Под ним я подразумевал другого. Первый святой сосуд церкви, прежде чем появилась церковь. Вздорного целителя, осененного золотом света и обладавшего немыслимой силой. Он знал о моем горе, нашем общем горе. Знал причину, но не повернул все вспять. Ведь сам он и близко ничего подобного не испытывал. Вот зачем я основал эту церковь. Исцелять, дарить надежду тем, кто уже все потерял. Стойте,
Вас было больше. Коротышка пропал. Может, умер, как ваш сын. Я изврут. Что? Я... есть... Что это с тобой? Кажется... Да, у меня сердечный приступ. Почему мы его не спасаем? Кривляться, Бист. Ладно. Считаете себя умнее других? Не понимаю, о чем вы. Хотите отвлечь меня, потому что боитесь. Но вы напрасно боитесь. Что? На место, чтобы я тебя видел. Да-да. Сейчас вы встретитесь с матриархом. Ракета, придумал, как сбежать. Мы вызовем Милана. Мой новый друг покажет дорогу. Грызун, ты говоришь загадками. Да, мне действуют на нервы гигантские роботы-убийцы. Хотят представить нас своей новой мамочке. Кстати, о мамочках. Кто еще подозревает, что бывшая подружка Квилла переквалифицировалась в сектант? Кончай. А что? Мы все так думаем. Вот они, стражи галактики. Спасибо, объединитель. Стражи, подойдите. Питер Квилл, прикажи своему отпрыску сейчас же спуститься. Прости, если я дерзок, но... Не маловато ли ты для таких коротких платьев? А ты не староват для имени на одежде? Что ж вы так долго? Ну да, дедуля много болтал. Мы тебя вытащим, подыграй мне. Но... Здесь нам и положено быть. Я спасу всех. Я должна, я обещала. Да брось, возьми себя в руки. Ты говоришь это по его указке. Стоп, 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 стойте, спокойно, я... Девочка явно не в себе. Я вполне в себе. Но я больше, чем просто я. О чем ты? Где твоя мама? Мама здесь. Вот здесь. Внутри меня. Что ж, спасибо, все ясно. Свет объединил нас. Я думала, она погибла. Но я могу вернуть ее. Они ждут, когда мы их вернем. Нужно лишь... верить. Великий объединитель помог мне понять. Это просто обман. Уж я-то в этом разбираюсь. Почему ты не веришь в меня? Почему ты не слышишь? Никто вообще не слышит. Я покажу вам. Питер! Питер, сынок! Мама, что происходит? Как это возможно? Ты спас меня! Вот как! Я знала, ты бы меня не оставил! Конечно, в смысле... Ну и ну!
Ну и ну, совсем взрослый. И ты великий лидер, как я и предполагала. Питер, я так тобой горжусь. И папа бы гордился. Я не понимаю, ты же умерла. Я что, вернулся? Ты здесь, вот что важно. У нас с тобой уйма времени. У тебя, меня и у твоих друзей. Друзей? А что? У нас же огромный дом. Я жду встречи с твоей смелой командой и рассказов про безумные приключения. Что может быть не так, Питер? Прошу. Пока он отвлекся, доберемся до Ники. Мне надо помочь. Скорей. Пап, давай, подъем. Времени мало. Ничего не успеем. Мама скоро придет. Давай, вставай. Ники, что? Мама, я все проверю, а ты открой ей дверь. Сюрприз! Питер, что это вы... Нет! Не верь, Питер. Это не наяву. Ее обманывают. Она не должна была быть там. Увиденное ею... Я не знаю как, но мы трое теперь связаны. Эта тварь овладела ею, но ее можно спасти. Ей надо смириться с тем, что я умерла. Помоги ей меня отпустить. Освободи мою дочь. Спаси ее. Прошу! Дитя! Отведите матриарха назад! Ну же! Вы не приняли обещание и показали, что вы недостойны!